Снова с вами я, Ирина, на канале «Жизнь в Польше с нуля». Сегодня 2 сентября, и наш старший сын идет в польскую школу первый раз. Это я, старший сын, и я сегодня иду первый раз на линейку в польскую школу. Это школа, в которой будет линейка, а потом на протяжении всего видео я покажу вам, какая школа, в которую я буду ходить. Пока я не знаю, хорошо там или плохо, сложно или легко. Но когда я приду домой, я вам расскажу впечатления о линейке. А теперь продолжаем. Долгожданный конец линейки. Сейчас я вам расскажу мои впечатления. И сразу извиняюсь за то, что не показал вам школу. Это личные данные. И давайте начнем мои впечатления. Линейка здесь очень короткая. Старшеклассники выносят флаг Польши. Потом выходят дети из первого А. Из первого класса. То есть первого А, Б, С, Д и каких там есть классы. И директор им жмет руки. Потом старшеклассники еще раз несут флаг, линейка кончается, и мы идем по своим школам и классам. Потом мы пошли в зал математики, точнее в класс. Там нам учительница сказала свое имя, потом сказала нам расписание на завтра, и мы пошли искать наши кабинеты. Точнее не искать, а просто смотрели, где они находятся. Да, правда, я начал нервничать, потому что... Это все делали в 3 секунды, но я теперь это знаю, и я уже не так боюсь идти в школу. А сейчас я вам лучше расскажу отличия. Отличия здесь есть очень много. Начнем с того, что на каждый урок берется только одна тетрадка. То есть не берется куча тетрадок для того на каждый урок. И на контрольный тоже не берется. Еще один плюс, то что здесь для вещей есть шкафчик под ключиком. И третий плюс, то что здесь очень большой спортзал. А еще есть минусы. Ну минус, прям огромный минус такой. Это язык. Конечно же язык. Ну а все остальное, в принципе, здесь круто. Ну в общем, увидим, как здесь учатся. До следующего видео. Пока-пока. И подписывайтесь. Я за вами слежу.